Всем привет, дорогие друзья, с вами Трэшер и добро пожаловать на мой канал. Ну вот и наконец-то, друзья, подъехало то качество звука, которое я так долго ждал. То есть у нас уже появился новый микрофон, который записывает очень хорошо. И последующие видеоролики, которые будут выходить, будут с таким же качественным звуком. Правила вы знаете, с меня контент, а с вас, как всегда, лайки. Так что я буду рад, если прямо сейчас ты поставишь лайк и подпишешься на этот канал. Друзья, 500 тысяч не за горами, и мне очень нужна ваша поддержка. Давайте все дружно вместе нажмем на эту кнопочку подписаться и напишем любые комментарии. Ну а также обязательным условием это поставить лайк. Для вас я сегодня подготовил контент, где я буду играть стенка на стенку против разных зарубежных игроков. Думаю, видеоролик получится интересным, друзья. Еще раз повторюсь, лайк, подписка и колокольчик, чтобы не пропускать стримы. Но вам пожелаю приятного просмотра после небольшой рекламки. В нашей игре на данный момент собралась огромная куча различных скинов на оружие. Если честно, я сам уже давно запутался, какой скин лучше всего. На этом канале, друзья, конкретно разбирается каждое оружие. То есть дальность, урон, скорострельность, какую пушку лучше брать в катку и так далее. Если я скажу, что, к примеру, МП-40 механически далеко не самый лучший скин, то вы, наверное, офигеете. Но если хочешь узнать, какой же скин самый лучше в этой игре, переходим по ссылке в описании, ребята, подписываемся на этот канал и ставим лайк. Передайте также привет от меня, ну а мы погнали к просмотру. I need you by my side.
I'm too sure.
Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me